Впервые Совет ветеранов провел спартакиаду по 5 видам спорта. Мероприятие состоялось на минувшей неделе в Красавино. Спортивное соревнование приурочили к 45-летию образования ветеранской организации. Наша вот эта спартакиада, я думаю, даст заряд бодрости всем остальным ветеранам. И за нами потянутся другие ветераны, и мы на фоне области будем занимать одно из передовых мест. Мы в Тотне уже участвовали как-то среди восточных районов и заняли второе призовое место. В спартакиаде приняли участие ветераны из Великого Устюга, Красавина и Кузина. Им предстояло соревноваться в пятиборье – шашки, шахматы, теннис, стрельба из винтовки и дартс. После назначения руководителей секции участники приступили к прохождению испытаний. По завершении спартакиады были награждены победители. В каждом испытании свой призер. Лучшим участникам вручили почетные грамоты. Как отметил Сергей Костромитин, эти соревнования войдут в добрую традицию и будут проводиться на таком же хорошем уровне. Юрий Воронин, новости провинции.